the smelter require a blueprint to be set. Я должен был проверить, работает оно или нет. Нахуй. Эксперимент прошел удачно. В дальнейшей проверке не нуждается. Ай! Further analysis required. Ай, блядь. Вон ты. Тебя сейчас сожрет кто-то. Бать, ты меня подлагиваешь. Я тебя нашел, у меня начало лагать неистово. Ага. Пизда. Эта игра еще не готова. Такого. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Ну, вроде немного отпустило. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Пошли. Железо самое близкое здесь. Ага. Смотри, какой парень. Пахни его электрожопером. Я ж бахну. Сейчас сраку его прям. Оп. О, он испугался. Катер нападает. Так, ладно, что тут? Надо собрать вот. Я собираю железо. А я уже собрал. Что потом собрать надо? Блять. Тут. Сходи сюда, блядь. О, ебать. Надо хаб построить. Давай. Где то есть хочешь? У нас на двоих два хаба получается. Не, я думаю, мы одним можем пользоваться. Зачем нам два? Пойдет. Congratulations, you have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Fifth objective. Hub upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Бля, мне походу тоже хаб надо построить. А, не-не-не, все. Он перелеснулся. Так, что тут? Надо проапгрейдить наш хаб. Да. Построить крафт бенч. Там трубки 7-10 штук нужно. А, я же сделал кучу инготов. В смысле, я нажал крафт. Все, я проапгрейдил. У нас инвентарь, похоже, общий или что-то типа того. Что ты взял? Нет. Но у меня трубы появились, независимо от того, крафтил я их или нет. Вроде. Бля, сука, иди отсюда. Я в ногу. Note, buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Я должен был проверить, работает оно или нет. Нахуй. Эксперимент прошел удачно. В дальнейшей проверке не нуждается. Ай! Я тебе, блядь, сейчас электричество отрублю, падла. Не нахуй, пидор. Всем охуел, пошел от меня, блин, говно. Ладно, хорош уже. То мы сейчас тут подохнем, не начав ничего. А у меня щелки есть. Так, что за квест?
А, найти медь. 192, где-то там. Погоди, нам же надо вон построить workbench. Построил workbench или построил workbench? Ну, строй. Всё. Мне уже немного железа. С руками тут добывать надо. Блядь. Главный вопрос, напоминаете ли эта игра Факторию? Чем? Чем она мне должна вот в данный момент напоминать Факторию? Не знаю, чем-нибудь. Хотя бы. Так. Вот, бенч. Я не могу куда-нибудь сюда разместить или... Я построил workbench. Молодец. Какой workbench? Нам надо equipment workshop. Workbench у нас есть на базе в Хабинста, номинальный. Сейчас разберу. Есть урон, тут есть урон от падения. Так. Все разобрал. Никаких проблем. Готово. О, портативный майнер. И электропалка. А, когда ты залезаешь, ты как бы не даешь мне крафтить, я понял. Да? Заебись, ты зашел, ты как бы запорол мне крафт. Ага, прикольно. Текс. Вот с голоду сдохнуть можно, тут уже нет еще системы. Еды. Понятия не имею. О, летающая хуйня, посмотри. Что-то летает. Где ты хилки взял? Каких-то кустов собрал. Вот, тараканы. Не интерактивные. Так. Надо портативный майнер собрать.
Че он собирается? Ты уже собрал майнер? Да. И как он? Понятия не имею. Я вижу. Он там у тебя уже работает. Я тоже хочу майнер. Гаси, ты их тут нахуярил. Они без топлива работают, да, или как? Да. То есть, я так понимаю, топливные будут дальше? Блять. Какая жирность лезет. Так, паркур отсутствует. Здорово. Хуярил это место. Надо построить смалтер для. Мелтеры откроются только при следующем уровне хаба. Правда? Вроде бы. Нет, смалтер уже есть. В этом. Мне его нужно. Да ёб твою! Да пардон, забыл. Надо еще один крафт этот построить, потому что мы так долго можем, блядь, хуйню страдать. Ты можешь построить полноценный второй хаб. А, а смысл? Да. Я тебя понапижу немного железа из этого. Congratulations, you have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints. Смотри, тут комната теперь есть. Craftbench respectively. Seventh objective: hub upgrade, conveyor belts. Note: use power poles to expand the power network for optimal results. Note: constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Почему ты его попищать собрал? Mm? Я говорю, чему ты нас попищать собрался? У нас есть уже этот, как его? У нас хаб по умолчанию электростанции. Генератор. А.
А вон биомасса, надо биомассу сделать и накидать ее в этот. Я ее сделал уже. Он вон сзади, накидай его в этот. Вон он, генератор биомассы. Я знаю, где он. Только нам нужен камень, который бы... А, добычу камня, то есть дрон, если сможешь сделать, сюда бы. Дрон на добычу камня. Дрон. Это этот, что ли? Майнер? Ну, блядь, да, майнер. Че? Когда я пытаюсь зайти, у меня крафтбенчи закупает. Заебись. Интересно. Почему так? Опять ты у него, блядь, как это бесит. Так, я сделал два майнера, пойду поставлю на камень. Я еще раз. Накидал. Да, я еще не крафтбенч сделал, а то мы так долго муку не Как нам его подключить к этому? А. Вот так. Сейчас я все воткну. Погодь. Так. А, все понял. Ой, что за газовое говно? По-моему, интерфейс перегружен. Пиздец как. Разве? Возможно. О! Работает! This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Левый смелтер плюс пусть на железо. Правый смелтер на медь. Что? Так, третий хаб, что требует?
А как к нему подвести этот? Iron Plate. Кого? Выгрузку этих, как его называют? Никак, пока еще никак. Так, что нам надо автоматическую продукцию простых запчастей построить? Погодь. Вон конструктор. Ну, построй. А для него нужны... А, понятно. Для него нужен бетон нужен, бетон. Цемент нужен. Ебать! Чего? Смотри, там наверху что-то блестит и пузырится. Блять, жалко тут метку нельзя поставить. Понятно. Как он так может работать? У него топлива тут нет, я как вижу, у этих обычных майнеров маленьких. У майнеров нет топлива, или я неправильно тебя понял, ты о чем? Мне интересно, майнер может просто, ну, работать сколько угодно, пока у него не кончится это, да? Ну, я полагаю, он крайне бесполезный, как минимум. Ну, в том плане, что... Блять, как же ты хуёво цепляешься. Что там делаешь? Производство айронплейтов делаю. Давай, надо медных за бабаху. А, надо передвинуть будет тогда. Да. Ты только не говори, что ты мой этот передвинул. Нет, я ничего еще не передвинул. А. Смотрю, как ну, здесь конвейеры, они эти, гибкие, поэтому... Но да нам из меди-то вроде толком производить еще ничего. Какая будет, какая разница? Полторы. Чего, блядь? Пульт ты меня перекинул, ты педрила. А ты не перепутал вход с выходом, товарищ? Перепутал. Ой, блин, сейчас разберу. Что ты меня хочешь? Я начинающий строитель. Мне еще надо учиться. Да. А они слишком близко все это ставят друг к другу? Понятия не имею, я первый раз в эту игру играю. Не-не-не-не. Мне главное, чтобы я не один такого мнения был. Как мне подключить эту фигню? Вот я нажимаю, она не подключается. Кого? Или максимальное количество подключено?
к одной линии. 4 к одной линии максимум. Лучше бы ты сюда еще один столб воткнул. Ну, я сейчас воткну, у меня вроде... Ну, если у тебя есть ресурсы, не, у меня такие, нет, блядь, кто мне пишет, блядь? Заебали! Ну, как так можно? Вот стоит мне сесть поиграть, мне начинают писать все подряд. Закон Тостерс. Иду заходи, кто хочет. Иди нахуй, я тут. Хорошо, чтобы на ТС зашел, блядь, вот как будто я не знаю, это придумано вот, для кого да, было. Да, это проблема, такое чувство, что зайти в ТС и что-то сказать. Нет, будет писать, написывать, а потом как бы зайдет и скажет, хуё-моё. Хуё-моё. Я этот, как его, передвину. Блять. А как это цеплять? Я понятия не имею, как отцепить провод, который ты прицепил, блядь. Айра! В смысле, на F и этот как вот там разбиралка на F. Ну, это полностью разобрать хрень. Не-не-не-не-не, ща. Давай, вот он. Все, пауэрлайн убрал. Как? Покажи. Ты F, он достает убиралку, наводишь на провод и все, он пауэрлайн разобрать. А, там провод. Все понял. Я передвинул этот Equipment Bench, чтобы он не мешал здесь. На другую сторону, он на другой стороне стоит. Хорошо. Так, я могу 10 кабелей сделать, не проблема. 10 кабелей. Так, кабели воткнул. Дальше. Что это? Цемент. Притащи сюда камень, пожалуйста. Сейчас. А я пока reinforced metal plate буду делать. Камень. Ебать, мы тут дымим. Интересно, тут также насекомые сейчас попрут через какой-то промежуток времени? Кто знает. Все, камень в этом, в ящике. Можешь забирать. Вот это есть. 3 reinforced стены. 3 ведь надо, да? А, всего 2. Я за медью сбегаю. Так, теперь камень, ты говоришь, здесь? Да. Бля. Как у нас много на переплавку всего. Сейчас я меди еще натаскаю. Я апаю хаб. Давай. Ага. Хуй, я апаю два раза. Почему ты не штампуешь? Кончились. Зашибись. Несу на медяй. Немножечко медяхи. Принес меди. Половильню тогда сразу. Апнул хаб. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints, which can так, что нам теперь доступно? Eighth objective. Hub upgrade. Foundation это. Construction of buildings, no replacement of conveyor belts. Balls. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance.
пол делаешь?